Thank you Шалом, 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 Израиль. Самый высокий Бог и Христос благословит вас! Как у вас для сегодня? Надеюсь, что все хорошего для вас на работу, где вы были сегодня. Или в университете, или на уроке, или на работе. Сегодня у нас новая тема, новая тема. Основные законы Бога. Сегодня тема, еще раз, основные законы Бога. А мы начнем с первой библейской версии, как обычно. Открывайте, пожалуйста, Иоанна или Жан, глава 8, стих 32. Иоанна, глава 8, стих 32. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Иисус Христос еще раз сказал, если мы узнаем истину, что эта истина будет помогать нас быть свободными здесь. Хорошо? А сегодня я прочитаю это, где он сказал, истину, у нас другая версия, где у нас э, это определение, библейское определение. Но сейчас, сейчас открывайте, открывайте. Книга «Сатир», глава 1, 112, стих 142. Сейчас мы будем прочитать определение для этих слов, которые Иисус Христос сказал в Иоанну, глава 8, стих 32. Там Он сказал, истина, истина, истина. Познайте истину, и эта истина сделает вас свободными. А что такое истина? Книга Салтир, глава 119, стих 142. Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина. Еще раз. Правда твоя, что это? Правда. Это то же самое, как истина. На английском здесь писал праведность. Хорошо, это правда, это его праведность. Хорошо? Правда твоя, правда вечная. И закон твой истина. Его правда это вечная. Это навсегда. Вовек. И закон твой истина. Значит так, когда он сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. О чем он тогда говорил? О его законе. Наш Богом законе. Хорошо. Следующее. Сейчас мы уже узнаем, что его правда, его истина это то же самое, или это значит его законы, его заповеди. Сейчас мы открываем. Тоже в а, uh, книге глава 78, стих 5. 78, стих 5. Псалом 78, стих 5. Он постановил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвышать детям их. Еще раз. Он постановил устав в Якове и положил закон в Израиле. Он положил его закон в Израиле. Хорошо, ни в Америке, ни в Руси, ни в Украине. В Израиле люди. В Израиле люди. Он положил его законы или заповеди. Это его законы не для всех народов. Это только для Израиля народов только для нас. А час я буду прочитать доказательства для этого, что я уже сказал сейчас. Извиняюсь. Сейчас я буду доказывать, что я сейчас сказал. Мы открываем тоже, тоже. Книга Салтир 147. Глава 147, стих 19 он возвестил слово свое Якову. Устави свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу. И судов его они не знают. Аллилуйя. Еще раз. Псалом 147, стих 19. Он возвестил слова свое Якову, уставы свои и суды свои Израилю. Раньше уже прочитал, э, фасад, э, как сказать, фасад 3, 78, стих 5, где он это сказал тоже. А я это прочитаю еще раз, сейчас. Псалом, глава 78, стих 5. Он постановил устав у Якове, и положил закон в Израиле. А здесь сказал, он возвестил слово свое Якову, устав и суды свой Израилю, только для Израилей народов. Он сдал эти законы и заповеди к нам. И все. Через наши предки, Моисей, все пророков Дальше. Не сделал он того никакому другому народу. Значит, что никакого народа есть его законы. Он не сдал их его законы. Это только для Израиля. Не сделал он того никакому другому народу. Значит, что? Он никогда не сдал его заповеди или законы к другому народу. Это его заповеди, это книга, потому что это называется зак книга закона книга закона, он сдал это только к израильтянам люди. И все. Это не для всех людей. Это что мы прочитаем здесь сейчас. Не сделан он того никакому другому народу. И судов его они не знают. И судов его они не, из, не знают. И судов его они не знают. А как вы можете узнавать его судов, если он не сдал тебе его заповеди? Подумайте об этом. Это значит, что его заповеди и законы только израильские люди он это сдал. Не для всех народов. Это только для израильтяни люди. Дальше, дальше. Мы открываем сейчас. Потому что это, что мы прочитали сейчас, что мы прочитали сейчас, это в Ветхом Завете. Давай мы посмотрим, если это тоже, если это одинаково в Новом Завете, если он тоже так сказал. Давай сейчас мы открываем. Мы открываем, мы открываем книгу римлянам. Глава 3. Стих 1. Глава 3. Стих 1. Итак, какое преимущество быть юдеем? или какая польза от обрезания. Еще раз. Итак, какое преимущество быть юдеем? Юдеем значит, какие люди сегодня юдеем? Настоящие юдеи, юдейские люди. Это черные люди, черные кожи люди. Не люди, мы увидим сегодня там в Израиле. Они не настоящи люди. Еще раз. И така, какво е преимуществото да бъдем У нас преимущество. У нас преимущество. А ми обе там прочитаем скоро. Или каква е полза от обрезание? Велико преимущество във всеки отношения. А Наипашие в том, что им верны слова Божьи. Еще раз. Что им верны слова Божьи. Бог сдал наши люди Его слова, Его законы, Его заповеди. Это наши преимущества. Еще раз. Это наши преимущества. Дальше. Мы открываем Римлянам глава 7, стих 12. Римлянам глава 7, стих 12. По всему закон свет и заповедь света и праведно и добро. Еще раз. По всему закон свет. По всему закон свет. Это значит, что если вы соблюдаете, если вы соблюдите Его законы и заповеди, вы тоже будете свети. Еще раз, по всему закон свет, и заповедь света и праведно и добра и добры. Вы можете быть добры только, если вы сделаете, что он заповедал. Только от этого мы будем добры, и все. Дальше. Стих 14. Римлянам, глава 7, стих 14. Ибо мы знаем, это апостол Павел это сказал. Ибо мы знаем, значит, что мы, Израиль, люди знают, что закон духовен, что наш Бог законы или заповеди духовен. Если вы хотите быть духовным или духовный человек, или духовная девушка, нам надо или вам надо соблюдить нам надо соблюдать все его законы. Не потому, что вы идете в церкви каждый воскресенье. Нет, это только когда мы соблюдаем или соблюдим его зак законы. Это только когда мы соблюдим его законы. Тогда... Ми можем бит добри или духовни. Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter and podcast and stay up to date with us. For more information please visit www.israelunite.org.